Процесс производства любой из машин начинается с раскроя материала. Листовой и трубный прокат раскрою происходит прессом и прессово-заготовительным цеху. Прокат из круга раскрой происходит в кузнечном цеху. Далее эти детали заготовки попадают в механосборочные корпуса для обработки. В частности, здесь, в механосборочном корпусе номер 3, происходит предварительная и окончательная обработка тела вращения. Далее здесь происходит предварительная обработка раскроенного материала из листового и трубного проката под сварку, которые пойдут далее по маршруту в корпус сварки и окраски и цех сварных узлов. В частности, здесь изготавливаются все длинномерные валы сварной конструкции. Часть сварных технологических процессов уже автоматизированы. В частности, несколько наименований валов варятся в автоматическом цикле. Далее после этого они попадают на механическую обработку, после чего попадают в окрасочный цех, ну и, соответственно, уже в сборочный цех на сборку. Здесь, в механосборочном корпусе номер 3, есть оборудование высокопроизводительное, многофункциональное, которое заменяет от 3 до 5 универсальных единиц оборудования, позволяющее выполнять обработку тел вращения по седьмому квалитету. Редукторы и прочие узлы собираются вручную. Сзади меня, собственно, находится эта выставка импортозамещения. Все то, что находится здесь, на этой выставке, в свое время закупалось в зарубежье, в основном в дальнем зарубежье. Но в процессе работы, проводимой нашим акционерным обществом по импортозамещению, отказались от того, что нам поставляли из-за границы, и начали делать сами, что существенно снизило себестоимость этих узлов, себестоимость комбайна. И вдобавок ко всему еще снизился процент отказов практически по каждому из этих узлов, которые здесь представлены. Одновременно сборка происходит на двух основных конвейерах и стапель на стапелях. На первой нитке конвейера собираем машину GS1218, на второй высокопроизводительную 3219 и 2124. Суперкомбайн собирается на стапелях. На первой нитке конвейера расположено 28 технологических спутников, и по технологии узлы поступают по навесным линиям на основную нитку конвейера, и происходит сборка. Сначала собирается шасси, затем боковины, молотебно-сепарирующее устройство, бункер, кабина, площадка, двигатель, гидравлика, электрика, и в конце с первой нитки конвейера уже на скончательных позициях входит заводная машина, которая идет в обкаточный корпус. Там на треке происходит обкатка. Дальше поступает на участок, где капотируется, и впоследствии сдается на сбыт, где реализуется потребителем. У нас есть новые модели комбайнов. Это GS1218 Pro, Profi, 3219, GS800, 810. КЗС-2124, наша популярная модель, которые завоевали не только отечественный рынок, но и за рубежом. Вышедшая из сборочных цехов готовая продукция попадает на погрузочную рампу железнодорожного цеха. Комбайны, которые приходят на погрузочную рампу, сначала с помощью козловых кранов устанавливаются на подставки. Затем работники железнодорожного цеха снимают колеса, устанавливают специальные скобы и с помощью этих скоб переставляют комбайны на железнодорожные платформы. А затем грузчики с помощью металлической проволоки производят крепление комбайнов на платформах. Комбайны отправляются в ближнее и дальнее зарубежье.